Приветствую, друзья! Я Бахтина Елена, и я переводчик с языка тела на человеческий. А некоторое время назад я познакомилась с одной женщиной, и мы время от времени встречаемся. И когда мы знакомились, она говорит: «Ой, что-то такая усталость, такая хроническая усталость, не могу соскоблить себя с кровати». Ну, в общем, очень тяжело выполнять свои дела по жизни. Через некоторое время встречаемся, говорит: «Лена, у меня пигментное пятно на лице, а ты не знаешь косметолога, какого-нибудь хорошего такого косметолога, чтобы меня избавил от этого пятна?» Вот, через некоторое время встречаемся, спрашиваю: «Как твое пятно?» Она говорит: «Ай, то были... цветочки, посмотри, какая у меня аллергия», и показывает мне свою кожу, которая вся в бляшках и так далее. И я решила, ну, как-то помочь этой женщине, потому что я же переводчик с языка тела на человеческий, и говорю: «Слушай, сядь, посиди, я тебе позадаю вопросы, я поговорю с твоей печенью. И я хочу вам рассказать о том, что мне рассказала ее печень». Ну, в общем, в тот момент, когда у нее был типа синдром хронической усталости, это была посылка от печени, потому что женщина, оказывается, какает раз в 3 дня. Понимаете? То есть она носит в себе не 3 эшелона какашек, как все нормальные люди, а 7 эшелонов какашек, как ненормальные люди, которые не могут наладить работу кишечника. А все нечистоты от кишечника, которые всасываются в кровоток, проходят через печень. Но она не поняла, это моя знакомая, и что она сделала? Она просто получила следующую телеграмму от печени, потому что печень занимается чем? Дезинтоксикацией — это раз, но она еще пигментным обменом занимается. И печень послала ей прям телеграмму, которая может прийти только от печени. Это пигментное пятно. Но наша владелица кожи понесла эту кожу на самом деле просто к дерматологу. Уж не знаю, что дерматолог с этим пигментным пятном делал. Через некоторое время разъяренная печень просто решила послать в такую телеграмму, которую невозможно будет игнорировать, в виде аллергии. Друзья, я предлагаю не допускать. Вот, знаете, вот предлагаю не допускать. Ведь печень у нас одна, вторую в Китае не выпишешь. Поэтому задача сделать так, чтобы кишечник какал, чтобы печень фильтровала, чтобы у нее было все необходимое для того, чтобы она делала достаточное количество и качество желчи, большое количество сывороточных белков, именно она этим занимается, занималась вашим иммунитетом и так далее. Все это я преподаю буквально. Потому что я от печени услышала, перевела на человеческий и вам преподаю в системе «Старости нет». Ссылка на систему «Старости нет» прямо под этим видео. Не стесняйтесь, нажимайте и начните общение с моим консультантом по здоровью. Хороших результатов!